Рачане попрощались с летом весело. Накануне в ангарской деревне прошли народные гулянья. Праздник «Бабье лето», несмотря на ветреную погоду, состоялся. Хотя были предпосылки отменить его. Конкурсы, достижения братских дачников, концертная программа – это лишь малая часть того, что брачане увидели в это воскресенье. Фестиваль ремесел собрал множество мастеров декоративно-прикладного искусства. Организаторы надеются, что в следующем году погода не подведет и зрителей будет гораздо больше.